Всем, ребят, привет, привет. С вами счастливые люди. Привет. Привет. Утро. И утро, да, сын? Какой сегодня день, сын? Какой день сегодня? А? Еще все в пижаме, сонные. Какой сегодня день, сын? Мама? Ну что, мама? Ну, маму сегодня можно поздравлять? День рождения, правильно. Маму поздравлять будешь? Ну, словашки маму. А? От словашки? А где мамины словашки? Не позвонила, ну, что ли? Да, я обнимашки. Обнимашки. Потом целовашки. А как тут целовашки? Мама же целовашки любит. Эти целовашки. О, такие крепкие целовашки. Спасибо, с вами днем рождения, мама, да? Да. Мама, любишь? Да, люблю. Сильно-сильно? Да. Сильнее всех на свете? Сильнее всех на свете. И вот так прям крепко-крепко. Да. Вот так вот. Хорошо, мама, да? Песенку маме поем с днем рождения, да? Папа уже, ой, простите, папа уже поздравил маму. Убежал уже. Куда? Вторая, куда еще убежал папа? А диску фейку дать. Где наш Кирюш? О, тоже Соня. Мы еще просыпаемся. Я-то проснулась давно уж. Кирюшку только разбудили. Сам проснулся. И что так ложится? Что так? Да. Ну а что ты ножки все показываешь? Ну-ка не показывай, там попа твоя в трусиках. Этот. Что хотела сказать-то? Всем спасибо, кто меня поздравил. Моим близких. Мой муж, малыш уже с утречка. Это хорошо. Все знают, что я не очень люблю свой день рождения. Всегда у меня нет настроения. Да, сын, когда день рождения у мамы? Не знаю, как ты мне это с детства. Да? Но все равно... Все равно мы любим день рождения. Хоть и не любим день рождения. Пусть вот такой каламбур будет в день рождения. Да? Да. О, маме глаз прям. Ну все. Погнали одеваться, обуваться. Вот там сзади тебя, малыш. Одеваться. Умываться. И в зеркале себе поздравлять. И желать себе крепкого-крепкого здоровья, исполнения всех-всех желаний. Это обязательно, потому что многие люди живут мечтами и желаниями. Это как раз-таки относящееся ко мне. Здоровье, понятное дело, потому что его совсем мало. Хочется прям много-много. И пусть у меня будет много-много этого желаний и здоровья. Вот так. Остальное у меня все в жизни есть. Все, слава богу. Есть семья. Есть вот такой вот малыш, который я безумно-безумно люблю. Всем привет. Мам, да. Всем привет. Да, Дима поснимает. Я знаю, как ты снимаешь. Я знаю, как ты снимаешь. И дал Бог мне вот такого малыша. Жалко нет, что он со мной моих родителей. Опа, бух! Ну, а здоровье мы подлетим. Да, воюет уже со мной. Ладно, ребят, будем вставать. Ой! И будем наслаждаться этим прекрасным днем и выходным. Ау, бух! Ребят, утро продолжается, глазки подкрасили, зубки почистили, все для настроения, музыку включили.
И сейчас будем завтракать нашей яичницей. 4 гусиных яичка и 1 утиное. Все, будем подкрепляться. Так, 20 марта, мамин день рождения. За ночь налила вот такие сугробы. Вот, здесь-то маленький не расчистил. Покормил его, поэтому что-то там. Вот такие у нас сугробчики. Здесь пойдем кусичок дырочку. Сарай, но не очистил. Потому что все заново. Так. Ватируш. Теперь буран. Зачем я закусил? Ничего не ловишь? Все, побежали домой. Побежали домой. Здравствуй, Алисочка. Здравствуй. Да, девочка. Мамина девочка. Мамина девочка. Мама вкусно ручки пахнет, да? Ай, думает, у нас вкусняк у мамы принесла. Ой, облизывает ручки. Вкусно у мамы ручки пахнет, да? А? Это кроликом на тебе. Что нового кроликов у нас? Это ждется часа. Здесь подсадили самку к кролу. Но что-то как-то наш крол никакую самку не хочет оварить. Прям совсем не хочет отовариваться. Посмотрим, что дальше. Да? Пейку доим. Сейчас яичко там, сейчас, хорошо. Пейку доим на раздой. Получается, смотрите, мы ее сейчас... Карамельку отняли от пейки, сами доим ее 4 раза в день. Пытаемся, она молоко, конечно, зажимает. Та вредина еще та с молоком, не дает. Но отняли малыша, она орала. Сейчас сидит на сухом пайке, стенка и просто... Пойдите вот тут. А, почесать? Ударился что-то? Что? Тут? А что, ударил или что? Что красная какая? А? Ну, короче говоря, немножко зернышко дает папа ей для кайфу. Что дальше? Утка. Утка вчера папа пришел и меня расстроил. Ага. А, девчоночки мои. Из любимых моих серых уточек одна из них вытянула ножку. Мы сегодня утром... Папа вроде пошел, все нормально. Сейчас посмотрю. Кирюша! Уточка снесла. Молодец. Так, кранчики. Ну пока не трогай, малыш, пусть полежит. Сыночка, пусть пока полежит. Сейчас, папа. Так, дальше пошли. Утки, все, тут три крыла. Крольчонка. Вон они. Все забежали сразу. Один остался. Уже выползает, второй день выходит, подтягивается, довольный. Эти все абсолютно дамы, все в холостую пошли у меня. Так, утки нестись, одна или две началось только, начали. Гуси что-то не хотят нестись. Несутся через день, но одна гусыня. Я проверяла, одна гусыня только... Сейчас, малыш. Одна гусыня только несется, остальные все даже не хотят. 4 штуки нестись. А, 3 нестись. Подождите, 3. И гусак, так и вторую партию не оплодотворил яйца. Гусак не оплодотворяет яйца. Будем менять гусака. Этот пойдет на шашлык, как я его называю. Так, что у нас здесь? Козленок. Козленок перевели на другое молоко. Наша фейка от молока отказалась. Худющая стала второй день. Протестует, но ест сухое немножко и ест сенка. Даем... Забыл, как нашу козленку зовут. Патрикую ей еду, она ее не хочет, не хочет молоко. А мы в молоко еще добавляем немножко зернышек. Зернышек добавляем, приучаем его, чтобы он хотя бы вкус понимал. Но он за карамелькой смотрит и тоже носом пытается тыкать туда. Но фейкино молоко не шибко подходит. Карамелечка наш худющая стала. Но я все уже ее отнимаю от молока полностью. Сейчас вот там вот сухое маленько покушаю. Все вот такие, чистая вода всегда стоит.
хорошая стенка. И наши мужики, как говорится, и девчонки. Ей вот такую погуще делаем с молоком. Кашку. А, этот есть хочет, тыкает. Но кушать хочет. Вот такие пироги. Ой, вкусняй. Зернышки попадаются, жует, поэтому пусть жует, мы специально так даем. Там даем прям грамм, вот прям так щипать, чтобы привкус был сверху плавал, и ладно, вот эти зернышки. Не зернышки, а как дробленку. Поэтому приучаем так. А это вредина. Только мамины сиськи выпрашивает. У нас больше живет. Да, голос. А вчера орала, аж я голос хрипло. Пропал, охрипло. Сегодня. Ну все, будем кормить. Сина нас кусал, кусал и упал. Плакал, плакал, от сладкого упал, да? Да. Ну, тортик, рассказывай, какой крем получился? Вкусный? А ручки, ручки покажи, Терёж. Руки покажи свои. Ой-ой-ой, какая красота. А тут вкусняка? Да. Ой, да, вкусно, вкусно. Мама довольна будет, наверное, торт вкусный получится, да, Терёж? Угу. Вкусный? Да. Ладно, давай продолжаем готовить. Так, ну вот наш обед, скромненький такой. Гречневая каша с подливы. Домашний хлебушек. И обычный салатик с чесноком, свекла. Перекусим, подкрепимся. А потом десерт. А потом десерт. Ну вот, ребят, у нас мамин подарок. Мамочка, вы рад такому подарку? С днем рождения, меня! И меня, и тебя! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Максимка! У нас день рождения через 4 дня, поэтому мы разница, отвечаем. Максим 16, у меня 20, но мы всегда в один день делаем, как бы. Чтобы лишний раз не заморачиваться. Да. Все, покажи, что там внутри получилось. Ой. Такой мягенький, вот посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Где? Вот. Подожди, нож потерял. Вот. Посмотрите сюда. Очень-очень мягкий, нежный, воздушный тортик у нас такой получился. Ням-ням. Мульта! Так, ребят. Ну, в принципе, и прошел мой день рождения. Чем мы сегодня позанимались? Поиграли с Кирюшей. В принципе, ни о чем. Стирка прошла. Постирались. Разобрала свинину. Подготовила для рулета. Брала в морозилку все, мясо, бульоны и, ну, все разделала с мясом. И оставшееся мясо для колбасок прокрутили. Вечером сейчас еще останется время, сейчас 10 час, еще успеем сделать пару колбасок. Ну, в принципе, как всегда, покажу, повязала. Ой, будет видно, нет. Вяжу носочек. Решила, что уделять буду этому хотя бы часик времени для того, чтобы повязать. Потому что хочу научиться хорошо вязать. Ну и мне, в принципе, это нравится. Меня это успокаивает. Собрала сумку. Завтра едем с Кириллом в Уфу. Ну вот так и день прошел. И все, день рождения мое. Поэтому... как-то так. День прошел, день рождения прошло. Меня все устроило. А, поужинали, кстати. Целый день едим тортик. Что, в принципе, влияет на фигуру, но это уже другая история. Будем после дня рождения худеть. Ну, а так все хорошо, ребят. Еще раз тебя хочу поздравить с днем рождения. Пожелать себе здоровья, самое главное здоровье. Ну и поддержку близких своих, своих любимых мужчин. Им спасибо за подарок. За вкусный подарок. Вкусный подарок, который они сделали сами. Как они это делали, вы видите в видео.
Ну все, всем пока-пока. Всех люблю, целую. Подписывайтесь, комментируйте. Будьте всегда с нами. Нажмите на колокольчик, чтобы видеть, чтобы на новые видео наши узнать, когда выходит. Ну и обязательно лайки, лайки. Делитесь в соцсетях. Все, теперь точно все. Пока-пока. Всех люблю, целую. Пока. Угу.